Я выхожу на акцию «Бессмертный полк» с тремя портретами. Один из них мой дед, родной мой дед, Бодров Василий Иванович, который награжден был медалью за отвагу. А два портрета вот об этих людях фактически я знаю только из рассказов моей бабушки. Дело в том, что мой дед родной – это второй муж моей бабушки. А вот о первом муже она рассказывала всегда с большой теплотой и с таким отчаянием, наверное. Дело в том, что он был летчиком наблюдения, он был молодым человеком, который в первые же дни войны поднял свой самолет в небо и пропал без вести. И очень долгое время о нем было неизвестно ничего. Она была вынуждена эвакуироваться, потому что немцы наступали, начинали бомбить город. Она была с маленьким ребенком, с моим дядей родным. И там ждала известий о своем первом муже. И она не дождалась их. Ни год, ни второй, ни третий. И только один раз приехал один человек и привез письмо от него, в котором было написано: «Ленушка, это моя бабушка, я попал в страшную перепалку. Я нахожусь очень далеко. Не жди меня, выходи замуж». Дело в том, что он был удивительно добрым человеком. Бабушка всегда помнила его именно таким. И даже в этом поступке, я думаю, была его такое особенное душевное качество. То есть он не стал связывать себя ни с женой, ни с ребенком, а просто отпустил их от себя. Что произошло на самом деле? Неизвестно до сих пор. Я не смогла найти никаких документов. И когда я искала, я вдруг нашла альбом моей бабушки, где нашла одну фотографию, на которой было написано: «Моему дорогому брату Михаилу от брата Владимира». Оказывается, у него был родной брат, о котором бабушка не рассказывала. И я стала искать по его истории. И узнаю, что он тоже был летчиком наблюдения. И тоже в первые дни войны он попал в лагерь военнопленных. Как это произошло, неизвестно. Он всю войну находился в этом лагере. А в 1945 году он попал в город Львов, в лагерь НКВД. И тут история обрывается. И меня потрясло то, что в первые дни войны два брата, независимо друг от друга, как будто судьба их слезала, знаете, языком с жизни. То есть вот они, у них была очень похожая судьба получилась так. И я никогда в жизни не поверю, что они могли быть там, я не знаю, предателями или еще кем-то. Мы знаем, в какое время, во время войны, все очень жестко, все очень серьезно. Люди, попадая в лагерь военнопленных, очень редко возвращались живыми. И мне почему-то захотелось, наряду с моим доблестным героическим дедом, взять еще эти две фотографии и пронести в бессмертном полку, потому что я думаю, что ни одна фотография тех лет не должна оставаться в семейном альбоме незамеченным.